Вы когда-нибудь хотели стать лучшим водителем Downtown Кэпко? Скоро у вас будет такая возможность. При каждой поездке чаевые будут немного увеличиваться. После 10 поездок увеличиваться перестанут. Если вы повредите такси или будете ехать медленно, чаевые будут уменьшаться. Получение уровня розыска моментально провалит работу. Завершите 10 поездок подряд, чтобы разблокировать оптовую цену для такси.